У Могилевской области убрано и 39% присядебных участков со збожевыми культурами. Их агульная площадь больше за 9 тысяч гектаров. Теперь, в связи с дождями, жниво на приватных политках припынено. Как только доброе надворье вернется, работа обновится. Больше за всех поспели убрать збожа Кировский, Бобруйский и Глузский районы. У вёсцы Буда городского района живут только 25 человек, але и тут тримают хатние господарки и сеют збожевые для харчования живёлы. На сегодняшний день у нас на личном подсобном хозяйстве, значит, выделено 100 гектар земли. Из 100 гектар из этих возделается 20% на зерновые цели, то есть для ведения там домашней живности. Присядебные наделы збожжа у Буде агульной площади у 5 гектаров допоможет сжать комбайн мясовой господарки «Коптевская Нива». Работают на соседнем поле, но уже в связи с тем, что уже 70% урожая убрано площадей, то уже приступили к уборке приусадебных участков населения. Жниво для доброго господара – соправдное свято, и у им бяре удел уся семья, уключно детей и внуков. 80 соток збожевых смоляковы сеяли уручную, по стародавнему, а лежнусь по сучасному. Мы довольны уборкой урожая, кстати. Прекрасный урожай, но стихия немножко дала свои коррективы, так сказать, и полегло много урожая, большинство, считай. Но будем надеяться, что наш водитель, то есть комбайнер, с большими усилиями постарается поднять этот урожай, как говорится, и чтобы намолот был неплохой. Урожай неплохой в этом году, и картошка, и гряды, все хорошо у нас. Плата за допомогу на жневе для селян примальная. 1 рубель за сотку платят работники сельской господарки. Пенсионеры – 1,5 рубля, иншие – 2 рубля за сотку. Это есть инвестиции у хатнюю господарку, якая будет забеспечена харчами. И покуль комбайн працуя на поле, семья Смоляковых показывая свою господарку и тех, кто будет урешти есть собранное збожжа. У Смоляковых только овечек более за сотню. На такой великой господарце працуя вся семья. Дети съехали у город, але ведают цану сельской працы. Здесь солнцем встаешь и закатом ложишься спать. Нарешті праца комбайна на поле у Буде завершается самым цікавым видовищем – выгрузкой намолоченого збожжа. Урожай по сравнению с прошлым годом намного лучше. Но придется немножко досушить, и будет готово наш хлеб. Илона Іванова, Юра Ласцов, новини региона.